Размещение двух бусин в столбике с одним накидом. Делаем накид на крючок, вводим крючок в следующую петлю основания, захватываем рабочую нитку и протаскиваем петельку. Затем пододвигаем одну бусинку направо и провязываем две петли вместе. Затем следующую бусинку пододвигаем направо и опять провязываем 2 петли вместе. И на изнаночной стороне у нас внутри столбика оказалось 2 бусины. С вами была Ирина. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал YouTube или на email рассылку на сайте knittingforbeginners.ru. До новых встреч!